предварительные итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета Чувашии этого года. Основные темы еженедельной планерки в Доме правительства. Металлургическая промышленность, производство транспортных средств, машин и оборудования. Рост всех этих показателей обеспечивает позитивная динамика предприятий концерна «Тракторные заводы». В целом же индекс промпроизводства в республике вырос на 4,9%. Объем отгруженной продукции организациям промышленного комплекса составил 235,2 миллиарда рублей. Темп роста 117,5% к январю-ноябрю прошлого года, что вселяет определенный оптимизм и говорит о дополнительном потенциале роста индекса промышленного производства. Рост 3% – такова динамика в сельском хозяйстве. Увеличилось производство мяса, молока, яиц. Инфляция выросла на 1,9%, но этот показатель в нашей республике ниже, чем по стране. Успешно идет и исполнение бюджета Чувашии. За 11 месяцев текущего года в консолидированный бюджет доходы поступили в объеме 57,3 миллиарда рублей. На 1 декабря текущего года поступило на 13,5% больше аналогичного периода прошлого года. Собственные доходы поступило с ростом на 2,6% и составило 34,9 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета за отчетный период составили более 20 миллиардов рублей, что больше аналогичного периода на 29,3%. В общей структуре расходов наибольшую долю занимает образование. Это 35%. Дальше идет социальная политика и здравоохранение. Министр финансов отметила, что республика обеспечивает своевременное финансирование всех принятых расходных обязательств. В этом году значительно больше средств выделяется органам местного самоуправления на решение насущных вопросов, больше всего волнующих жителей республики.